А вот до Нью-Йорка добраться в ближайшее время будет крайне затруднительно. В двух крупнейших аэропортах мегаполиса отменены либо же отложены сотни рейсов. Всему виной сильнейшая гроза. Это видео больше всего разошлось по сети, и где-то видно, что льет сильный дождь, гроза, но что творится в аэропорту, мы сейчас расскажем. Так, в международном аэропорту имени Джона Кеннеди из-за ливня и молнии пришлось отменить 57 рейсов, так еще и отложили 95. В частности, вылет самолета американской авиакомпании «Дельта» в Москву перенесен на 75 минут. Такая же участь постигла рейсы в ирландский Дублин, американский Остин и Сан-Франциско, Даллас, Сиэтл и Майами. В результате в среднем задержки пассажиров в пути составляют 1,5 часа. Еще больше ждать придется тем, кто вылетает из аэропорта Ла-Гуардия. В его залах ожидания пассажирам придется томиться больше 2 часов. Там отменили 97 рейсов и отложили еще 113. Но в основном это касается перелетов внутри страны. Но синоптики не утешают. После краткого затишья гроза снова возобновится.